Кратенькое совсем видео о термогигрометре Anning HS1. Ну, для начала вот я сравнил показания с Логером немецким, достаточно дорогой приборчик. Ну, как видим, температура совпадает идеально. Ну, где-то 0,1 он периодически, так скажем, подвирает. Ну и сравним влажность. Ну, влажность вот показывает 31,8. Гигрометр показывает 34, что тоже вполне очень и очень даже неплохо. Так, ну сейчас я нажимать буду тут, и температура должна поплыть. Датчики достаточно чувствительные. Так, пришел он вот в таком пакетике, ну и внутри такая вот инструкция тоже кратенькая. Если так пройтись, всего 4 кнопки управления. Значит, левая это минимальный, это Фаренгейт и Цельсий переключает. Следующая кнопка минимальное, максимальное значение показывает. Ну, это кнопочка плюс активно при настройке будильника и часов. Вот это тут немножко непонятно по рисуночкам. Ну, это основная у нас настроечная кнопка. Если один раз кратенько нажать, переключаемся на будильник. И дальше можем его настраивать вот этой уже кнопкой. Включать. Вот. Или удерживая эту кнопку, будем уже будильник настраивать на время конкретное. Так. Настройка самих часов, опять же, вот этой кнопкой удерживаем. Вот, 24-часовой, 12-часовой формат. Часы, минуты, год, месяц и день. Ну, вот так вот, если можно, кратенько.